Если бы меня заморозили в криокамере, а потом разморозили и спросили, какое сейчас время года, я бы, безусловно, ответил, что весна, месяц приблизительно март. Единственный плюс от такой погоды, что лед режется буквально как мягкое мороженое. Капризный декабрь сам как может украшает город на свой вкус и лад. Мокрый снег, дождь, лужи и снежная каша. Такая аномально теплая погода последний раз навещала Оренбург лишь в году 2007. Пожалуй, главный минус – это то, что отсутствует температурный минус. А это может отразиться на предновогоднем убранстве, и горожане останутся без сказочных ледяных и снежных фигур, горок и лабиринтов. Есть ли риск, что вся ваша красота растает просто? Вся ваша работа? Ну, риск, конечно, есть. Всегда он есть, риск. В этом году, как никогда, просто такого еще не было вообще. Ну, чтобы вот такие были, вот, как бы, погода так подвела, так скажем. Кстати, в этом году лед для этих фигур брали на местных озерах, а не как иногда в Казани. На месте нарезали метровые кубы, а затем перевозили в Оренбург. И как это ни странно, но специалисты, так скажем, ледяных дел по поводу теплой погоды, конечно, переживают. Но, говорят, к таким перепадам в целом были готовы. Она бы сильно повлияла, погода, если бы мы изначально бы их уже приготовили. Мы специально сделали грубую обрубовку только. Поэтому сейчас ждем морозов, и тогда сразу мы их приведем в божеский вид, в такой нормальный. Поэтому сильно не будет. То есть вы были готовы к таким условиям? Конечно, мы уже готовы к таким условиям. Спокойствие в плане подготовки к Новому году проявляют и в городской администрации. По словам главного художника Натальи Бравко, сделать праздник недостаточно ярким может не погода, а ограниченный бюджет. И на сегодняшний день город абсолютно готов к главному торжественному событию года. Не будем новых заказов определять. У нас уже это ежегодно, традиционно, поэтому если я раньше волновалась, то на сегодняшний день совершенно спокойно, потому что, видите, небеса нам помогают, и погода выстраивается в соответствии с необходимым графиком. Нужна была плюсовая температура для того, чтобы нам смонтировать всю подсветку, потому что при минусовой она ломается. А вот в администрации Южного округа и вовсе решили обойтись без льда. По крайней мере, до рождественских и крещенских праздников, заменив всех ледяных культовых героев на пенопластовых. Приняли решение переходить на фигуры из пенопласта. Может, они стоят на первом этапе чуть-чуть дороже, чем фигуры изо льда, но потом со временем они себя окупят. Вот эти две композиции, которые сегодня стоят, они уже используются более 5 лет. На территории Южного округа. Кстати, причина столь аномального декабря проста. По словам оренбургских синоптиков, в нашу область зачастили атлантические циклоны, подарив горожанам вместо зимних морозов прохладный океанический бриз. Впрочем, начиная с субботы, столбики термометров стремительно опустятся до нуля, а в преддверии Нового года есть вероятность, что и до минус 30. В общем, праздники должны выдаться по-настоящему зимними. Иван Бер, Станислав Доминов, Константин Воробьев. Наше время.